В данный момент времени вы наблюдаете ноги Леонардо Йоновича. У меня, к сожалению, ноги только две. А это ноги другого человека, в отличие от меня, снежного человека, который не только ходит босиком по снегу, а еще делает обливание, пользуется какими прутиками? Какими? Березовыми прутиками. Нет, он не мазофаза, он просто заботится о своем здоровье. И я вам тоже рекомендую ходить. Вот пока есть снег. Пока есть снег, по снегу. Это укрепит ваши мозги и мои тапочки. Спасибо за внимание. Пожалуйста, да.